Меня зовут Катя Пряник. Признать, чем я только не занимаюсь. Вообще, я делаю искусство и образовательные программы разные. В общем, существую так между двумя огнями – образованием и искусством. Работаю ли я как художник всегда или только когда делаю работы? И мне кажется, что хотелось бы верить, что я работаю постоянно как художник. Да, да. Мне кажется, это вообще очень важно, оставаться художником в каждой ипостаси. Возможно, я еще не поняла этого. И, конечно, иногда возникают такая рефлексия, что, может быть, я не художник, и, может быть, стоит вообще пойти печь пирожки, какие-нибудь заниматься каким-то другим делом. А с другой стороны, как я уже сказала, что художник, он не он, я. Если ты выбираешь им быть, то ты уж будь им во всем. Поэтому в какой-то момент, ну не знаю, связано ли это с поступлением в школу Родченко, потому что до школы Родченко я тоже понимала, что что-то со мной происходит, мне нужно как-то это выплескивать куда-то. Поэтому сложно сказать день, когда я поняла, что я художник. Возможно, в детстве это произошло уже. Спин-холлы. Это на спичечный коробок я снимала комнату, в которой мы делали первую съемку. Спичечный коробок, между прочим. В Петербурге там жил лучший печатник Петербурга Марк Титенский. Я к нему решила пойти, и просто по 7 часов мы в лаборатории зависали. Для меня открылся мир черно-белой печати, и это было счастье настоящее. Когда я начала это делать, тоже в 2016 году, я подумала, боже мой, почему я не делала этого раньше? Я потому что всегда думала, ну вот есть черно-белая печать, я снимаю на пленку, но когда-нибудь я этим займусь, когда-нибудь. Это такие странные мысли, какое-то, я не знаю, помутнение, что ли, когда ты думаешь, что вот-вот ты начнешь это делать, года проходят, и ты это по какой-то причине не делаешь. Конечно же, я знала, что там будет лаборатория, и это была просто первая цель — попасть в лабу. И я вообще дико стеснялась, потому что я была немногословна, и даже с ребятами из группы как-то я себя помню очень туманно. И первые полгода были как бы тяжелым вхождением в социализацию такую. А с Людмилой мне очень хотелось подружиться. И это, знаете, как бывает, когда ты, не знаю, на детской площадке видишь девочку и очень как-то не понимаешь, а как с ней подружиться, как бы, вот как понравиться специально ты не можешь, ты не хочешь это делать, там, вот как построить отношения. И видя вокруг Людмилы некоторое количество людей, маленькое на самом деле, которые тоже мне были интересны, я поняла, что это такая как бы группа людей, может быть, каких-то, я не знаю, отщепенцев, грубо говоря. Но это мне было настолько близко, я чувствовала, что мы вот прямо все, это как бы мы должны быть вместе. Я не знаю, мы должны подружиться. Они же, если они прожелательные, они не продубленные. С печатью, с ручной, что мне нравится, что в какой-то момент я поняла, что просто даже я могу уже не снимать фотографии даже. То есть можно печатать с телефона, можно работать с архивом, можно с чужими фотографиями работать. И когда в разных техниках есть экспериментальные техники печати, их достаточно много, и мы вот потихонечку осваиваем все новые и новые техники, и в моем случае, как правило, техника диктует сама изображение.
То есть она подсказывает, что тебе печатать, потому что экспериментальные техники, они не получаются каждый раз одно и то же изображение. Ты как бы не можешь тиражировать таким образом. И поэтому, как правило, химия и вот сам процесс долгий, когда ты это делаешь, он сам тебя наталкивает на то, что там будет, как бы, какое изображение. Да. Ага, давай. Саша – это мой коллега, друг, муж. В общем, по совместительству все роли делим и выполняем. Любимый человек. И мы с ним собрались в дуэт в 2018 году, который назвали «Grey Cake». Это серый пирог. Вообще, это свадебный торт. Ну и вот мы начали работать с ним вместе с... нейросети у нас была первая работа. Ну и вообще мы феномен искусственного интеллекта исследуем. То с одной, то с другой стороны. У нас, наверное, половина работ связана с нейронками. Но вот мы обучали в работе, мы взяли базу данных 20 тысяч снов, записанных в тексте. Это реальная база данных. Предоставила лаборатория «Сны о сознании» в Женеве, и нейросеть просто придумала новые сны, сюжеты на основе тех, которые как бы были. И там тоже есть как бы очень такие странные сюжеты, похожие на человеческие, но при этом вот есть работа видео, есть еще книжка с текстами, с иллюстрациями, тоже это ручная печать, такая, ну, способом. И мы оставили все знаки препинания, какие-то грамматические ошибки. И когда я работала над вычеткой текстов, я поняла, что даже есть какой-то стиль свой уже, то есть авторский как будто. То есть уже, ну, я много этих текстов прочитала, и, конечно, это поражает. Ты уже относишься к этому как к реальному какому-то автору, человеку, но когда понимаешь, что это все синтетическое, так немножечко страшно становится. Ну, интересно. Я был в реке. Я плавал. Я плавал вверх и вниз по реке. Я заметил маленькую девочку с коричневой шапочкой на голове. Я спросил ее, чем она занимается, и она ответила, я ловлю рыбу. Я не знал, что рыба она или человек. Она была очень счастлива. Я сказал, я видел тебя. Она сказала, нет, это просто рыба. Она сказала, я бы хотела посмотреть, как они играют. Затем я показал ей правила, и она передумала и сказала, нет, я не играю, и я ушел. Я вернулся, и она сказала, рыба мертва. Мой стандартный день выглядит так, что я просыпаюсь, пытаюсь все успеть, ничего не успеваю, день заканчивается, начинается новый. И вот так вот дела происходят. Я отмечаю галочками то, что я сделала. Одну галочку отметила, появилось еще 3 пункта, которые нужно сделать. В общем, такая кутерьма вечная. Но мне нравится так жить.